Давайте, наверное, побежали, сходим, посмотрим, сможем ли мы достать с вами чирп. Всех приветствую, всем, как говорится, кукусики, приятного просмотра и побежали. Так, грибочки, хорошо, давайте сейчас занямаем грибочки наши. Сейчас их занямаем все. Восстановим здоровье. Нам бы хпшку восстановить, но... Ладно. Так, бинты у нас еще делаются. Или что мы можем сделать, чтобы восстановить себе здоровье? Так. Рулет, фляга, зеленый вихрь. Так, защита, максимальное здоровье. Можем создать? Почему не можем? А почему? А потому... А потому. Ладно, пусть будет половина хп. Побежали. Сейчас нужно будет понять и разобраться, как нам туда вообще добраться. Вот я думаю, стоит ли дальше расширять базу. Так, мне это пригодится. Это мы веревки с него делаем. Расширять базу и типа, чтобы там куда-то устанавливать волокно... Это не волокно, а канатную дорогу. Чтобы установить туда канатную дорогу. Либо мы просто с вами мостик сделаем маленький. Все, отстань. Я честно, больше не буду. Твоя паутинка, обещаю, все, трогать больше не буду. Да, я серьезно, я не буду трогать больше. Либо просто сделать какую-то там, какую-то площадку и установить туда канатную дорогу, чтобы мы могли перебраться на другую сторону. С одной стороны, я там могу проходить спокойно себе через этот, как его, через кувшинки. Так, нам опять тут нужен противогаз, да? You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. Нам опять тут нужен противогаз. Так, все. Я просто прохожу мимо, меня тут... Не, даже и не думай. Даже и не думай. Блин, быстрей. Так, как мне сюда пройти? Во. Прикольно. А смогу ли я перепрыгнуть? Ага, наверное, не смогу, да? Придется бежать. Наверное, придется бежать. Блин, сверху эта штука находится. Нужно ее как-то забрать. Нужно тебя, зачем, как-то забрать. Все. Сасасасайенс. Ага, и тебя тоже нужно забрать. Ну все, отстаньте от меня, пожалуйста. Ой, я упал, Арчи. Ё-моё, зачем? Все. Побежали. Ага. Она нам ничего не дает. Ля, какие тут грибочки. А нам нужно их... Ой, все. Интересно, эти грибочки нужно собирать, либо нет. Так, а я нашел какой-то вход, да? Так, требуется взрывчатка. А у нас... Требуется взрывчатка. А у нас есть с вами взрывчатка, либо нет? Так, давай смотреть. По поводу взрывчатки. Так, чих синоби. Облако пыльцы ненадолго скрывает 20 врагов. Ага. Мне нужна взрывчатка. Так, жгучая колбаска. Взрывающая колбаска. Фаршированная реактивным грибом и сухой травой. Уничтожайся в небольшом радиусе. Так, грибной нарост. Яйцо рыжего муравья. А у меня этого нету. Грибной нарост я-то могу добыть.
Грибной нарост я там могу добыть, а вот рыжий муравей, яйцо. Угу, а чип находится здесь, да? Прикольно. И что нам делать? И что нам делать? А ты кто? Жвачка? Так, давай попробуем. Так, что нам нужен? Нам нужен инструмент, да? Какой? Вот этот? Так, лопата второго уровня, ага. Лопата второго уровня. Блин, придется, наверное, значит, мне сейчас ставить на паузу. И искать ингредиенты. Яйцо муравья. Что еще? И грибной нарост. Но грибной нарост я могу спокойно взять и здесь. Тут бегают божьи коровки с грибным наростом. Вот это тут типа вот такого плана, да? Так, что это? Это что это? Где ты, кто ты, что ты? Так, бонжур. Стоять. О, я молоточек сломал. Починить молоточек. Либо я уже все не починю, мне новый нужно будет делать. Ладно, ладно, нужно будет сделать молоточек. Добыть этих грибных наростов. Так, а что это за грибок? Давай мы его свалим. Соберем. Не, не можем. Попробуем сюда потом вернуться. Не помню, есть ли у меня дома эти грибные наростки, либо нету. Либо их нету. Во, грибной наростик 4 есть. Хорошо, отлично. Тогда осталось найти яйцо рыжего муравья. Где его искать? Я I don't know, если честно, от слова... От слова забей. Так. Давай посмотрим. Давай посмотрим. В любом случае, нам бежать нужно будет домой. Вот еще есть грибной нарост. Так, на троечку. Да отстань. Ах ты, падла. Ах ты, ля какой. Ля противный. Давай, помогай мне. Давай, помогай. Все. Дом без стали библиотеки. Понял, мне хватит. Я думаю, нам хватит рыбных наростков. Так. Надо отсюда выбраться. Надо отсюда выбраться. Стоять. Дай мне муравьишку. Где-то ворон. О, вот и ворон. Можно как раз, наверное, и пера добыть. И нужно будет починить молоточек. Чей-то топорик первого уровня. Так, привет. А где ты перо тут свое выкинул? Так, ага, эти муравьи на меня нападают, да. А у тебя тут пера случайно нету, нигде? Все. Блин, вы меня, в принципе, тоже интересуете. У меня тоже... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все. Я ухожу, честно. Честно ухожу, все. Ворон, не смешно. Дай мне лучше перышко. Блин, гребаные пауки, везде опасность. Вот и перышко. Я быстро перышко залутаю. Все. Ну, все, ребят, давайте я вообще сейчас попробую найти яйца рыжего муравья. И когда у нас уже будет с вами бомбочки, то продолжим нашу запись.
Удалось мне таки найти все ингредиенты, но только на две бомбочки. Я бегал полностью весь муравейник и нашел только две личинки, и все. Так что надеюсь, мы сейчас откроем вход. Так, а где был тут вход? Где был тут вход? По-моему, где-то здесь. Так, бонжур. Ага, я топор просто был выкинул, да? Понятненько. Так, давай смотреть на семерочку. Бомба. Ой. Ля, открылась. Ну, неплохо, неплохо. Теперь у нас два топорика, да, с вами? Теперь у нас с вами два топорика. Блин, один, наверное, можно выкинуть. Давай чисто где-то у нас мусором все. Давайте смотреть, кто у нас тут с вами. Бонжур. Грибной нарост, хорошо. Кто нас тут с вами ждет? Так, нужно приложить руку. Сейчас нужно будет забрать с вами чип и отнести нашему роботу. Так. Угу, открыть. Давай смотреть, кто ты. Так, осколок хрупкого мрамора. Так, ты шуля, бинтики. Это хорошо, это хорошо. Что тут еще есть? Сейчас пера нам не надо. Что я могу сказать? В этом письме такого, о чем мне спросили последних несколько лет. А, мне спорили последние несколько лет. Осталось ли вообще о чем поговорить? Мне больно это признавать, но нужно что-то менять. Прости, я больше не могу плакать. Я всегда буду любить тебя, Уэлленд. Энделленд, и меня бесит, что все произошло так, но понятненько. Что это? Осколок хрупкого кварцита. О, неплохо, нас уже с вами их многовастенько. Так, попить. Кассета, здесь мы что? Здесь мы еще не можем. Хорошо. Труди была права, как всегда. Наверное, это ей надо было быть изобретателем, а не мне. Мне стоило к ней прислушаться, когда она просила меня прекратить эксперименты. Но если я сделаю это сейчас, то все было тщетно. Так, чем дальше нахожусь здесь, тем больше я старею. Сваливаясь, складываясь, сморщиваясь. Но почему? На что я превращаюсь? Вирус сморщивается, становится безвреден в грибной среде. Теперь они моя семья. Наша ведь эволюция возникла чуть больше миллиарда лет назад. Я чувствую, мы уже становимся ближе. Весело нам тут, да? Так, не смотри на меня так. По крайней мере, никто раньше не слышал о сморщивающемся грибе, не так ли? О сморщивающемся грибе. Ага, неужели профессор стал грибом? Так, бонжур. Так, ага. Вместо того, чтобы на улицу полететь и там защищать лабораторию, ты мне здесь нервы делаешь, да? Все, сейчас я восстановлюсь, погоди. Все. До побачення. Неужели профессор стал грибом? Так, прикольно. Давай тут посмотрим. Сейчас мы туда еще вернемся. Где нам нужно было приложить руку. Так, попытки обратить пять в клеточном возрасте грибов, похоже, приносят результаты. Мутации изменчивые, но продуктивные. Переход от первой фазы ко второй прошел как в тумане. И, возможно, это было неспроста, если позволите. Кто тебя спросил, Боргл? Разве не должны сосредоточиться на своих заданиях, а не послушивать через домофона? Так, на чем это я? А, да. Мои дорогие пята луговые. Разгадка кроется в том,
А, в этой плоти. Сочной и упругой. Как только ее получу, я снова стану прежним. Все вернется на круги своя. Так, я приду в этот зал и покажу этим дуракам из неизбежности. Как вам такое, директор Шмектор? Трудите вернуться, все вернется на круги своя. Я просто хочу узнать уже секрет этих проклятых грибов. Извините, доктор Талли, вы сказали, что хотите сюда грибы? Так, давай. Бонжур. Ага, вы взрываетесь, да? Блин, надо было роботов, наверное, не трогать, чтобы они здесь разбирались с ними. Так, забрать, забрать. Забрать. Давай. Ну? Ты будешь взрываться? Или ты застрял? Так, что мне нужно? Мне нужно, во-первых, взять... Собой. Где у нас факел на шестерочку? И посмотри, что тут есть. Так. Так, а ты кто? Ты кто? Что это такое? Во! Взять все. Мы таки нашли с вами карту, да? Мы нашли все-таки с вами карту доступа, походу. И мы сможем с вами открыть лабораторию, если я не ошибаюсь, где-то. Красная. Интересно, это на воде, либо... Либо где? Окей. Окей, а ты кто? Все, пусто, больше ничего не могу. Больше ничего не могу взаимодействовать. Хорошо, побежали. Отлично, хоть что-то уже... Хоть что-то уже радует. Ай. Больно в ноге. Так, давай смотреть. Кто тут? Кто тут? Что тут? Где тут? Кого тут есть? Ага, и налево, и направо могу, да? Так, тут заперто. Окей, а мы с вами диск так и не нашли. Блин, нужно будет потом сплавать в лабораторию, посмотреть. Ну, дай пройти. Сплавать в лабораторию, посмотреть. От чего это ключ-карта? Инструмент нужен более высокого уровня. Да ты издевайся, мне нож нужен более высокого уровня, правильно я понимаю? Дай смотреть, дай смотреть, создать. Ножик, ножик, ножик. Каменный кинжал. Блин, а у меня нету. Нереально нету. Лезвие. Вот. Кинжал из паучьего клыка. Мне нужно паучьи клыки, паутина и паучий яд. А это проблемка, ребята. Это реальная проблемка, потому что... Во-первых, я не знаю, где находится этот паук. Во-первых, я не знаю, где находится этот паук. А во-вторых, это обратно мне нужно сейчас будет домой бежать. Нужно будет опять бежать домой. А здесь у нас с вами же находится... Да, находится суперчип. Давайте, наверное, бегим домой. Бегим домой. Попробуем сплавать, получается, в ту подводную лабораторию, посмотреть, карта была от нее, либо нет. Блин, я боюсь просто, если я сейчас ее использую, а вдруг мне карта там понадобится снизу. И что делать? Ну, кроме того, как муравью усы приделать. Если мне что-нибудь понямать, да, вот. Бинтики восстановить. Кроме как муравью приделать, я ничего и не знаю, что мне здесь делать.
Как думаете, искать мне паука и яд и делать кинжал второго уровня, либо... Надеюсь, отличный кинжал из клыка пауков и лезвия, пропитанное ядом. Так. Лезвие, блин. Падла, вот так и знал, что что-то будет не так. Ладно, сейчас опять паузу. Попробую искать этого паука. Сколько мне надо? 1-4 яда, да? 1 килки, 4 яда. Найдем паука. Забараню его. Сплаваем, заберем все-таки чип, а потом уже будем проверять, от чего это ключ-карта. Так как не хочется ее просто, ну, то есть, потерять. Мало ли, может, там придется. Так, что это? Может, там ее придется с вами открывать и взаимодействовать. Ага. Так, с этим мы потом тоже разберемся. Я уже знаю, как это делать. Так, ты кто? Камушек. Прочный мрамор. Прикольно. Давай подфармим мрамора. Это мне пригодится, я думаю. Где мне паука найти? Вот это... Это вот хороший вопрос вместе с ядом. Так, аля, паук, ты тут? Ну, вряд ли, да? Так. Ой, не выбрасывай. Так, а где это пордил? Отстань. Я топор потерял. Вот иди. Все. До побачення. Сочные знания. О, прикольненько. Все, я на поиски паука яда. Потом надо будет по-любому домой бежать, чтобы создать это все. И когда уже вернусь сюда, я уже подрублем. Так, забрать. Плюс надо будет противогаз еще починить. А это не ты случайно? Тут не? Не ты ли мне нужен паук-волк? А? Падла. А ну стой. Стой. Давай, иди сюда. Так, ладно, побежали. Сейчас попробую забаранить этого паука. Сколько? 500. Забаранить его и спуститься. Мало ли, может, в его пещере там сможем найти себе яд паука. Бежим. Пока здесь на паузу, наверное, ставить не буду. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. А если ничего не выйдет, то продолжим либо уже в следующей серии, ну, либо в этой. Я пока не знаю, сколько по времени будет у нас запись. Крица, сколько это у нас все займет? Блин, можно, конечно, было бы использовать и гранатку, но не хочется ее просто так тратить. Ну все, отстаньте от меня, я вас же не трогаю. Что вы от меня хотите? Ну, крал я вас там пару камушков и пару яиц. И что теперь? Шипеть на меня. Так, 200. Надеюсь, нам не придется с ним заново снимать все хп с него. Драться. Ой, это я зря. Я понял, да. Это Арчи, как обычно. Арчи молодец, да. Спрыгнул, проверяй, блин. Как мне отсюда выбраться? Пожалуйста, нет. Только не на лицо. Во, зато грибочки нашли.
Все, 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 ухожу, честно, ухожу. Ё-ля, шо у тебя, а шо у вас тут есть? Да ты шо, ля. А чё вы молчите? Все-таки серьезно, даже немай кого и послать, ё-моё. Все, отстаньте. Мне нужно как-то перебраться на ту сторону. Так, клещи мне тоже нужны. Как бы мне не хотелось, но клещи мне тоже нужны. Все, 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 все. Я буквально две штучки взял. Не-не-не, донде стали библиотеки. Так, давай наверх. Ага, божья коровка. Полети на небко, там твои детки, да? Кушают кон... Нет-нет-нет-нет! Все, тихо-тихо-тихо-тихо. Тихонечко. Сайенс. Так, а я смогу подхилиться чем-то? Еда. Восстанавливают ли нам хп? По-моему, нет, да? Так, давай грибочки. Блин, пока добежал, все... А, вот и все, бинтик, отлично. Все, хп потратил. Нет, не восстанавливает. Ладно. Ладно, ты кто? Ты кто, мушка? Окей. А я теперь отсюда не выберусь. Прикольненько, придется прыгать. Придется прыгать. Так, хорошо. Что это нам дало? Ровным счетом ничего, да? Кроме трудовика. Ой, да. Ля, кто у тебя тут есть? А кто это? А можно мне отсюда выбраться? А что это у тебя тут? Жвачку запрятал, да, падла? Жвачку, падла, запрятал. Стой, стой, восстанови здоровье, пожалуйста. Все, 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 до побачення. До побачення, до побачення. Прыгай, Арчи, Арчи. Ну, ну, оторви, оторви. Все, отстань, пожалуйста, отстань. Я больше не буду к тебе приходить в гости. Честно, не буду. Кто это? Я честно не буду к тебе в гости приходить больше. Все, я ухожу. Ничего не вижу. Ничего не вижу. Во. Так, кто ты? Кто ты? Камушек. Хорошо, подфармить. ТП осталось буквально на секундочку. Все, бонжур, паук-волк. Мы таки выбрались. Все, ребят, я точно домой. Точно домой, нужно это все отнести. И буду искать... Давай еще это соберем. И это соберем. Буду искать, где находятся клыки и яд. Все. Всем пока-пока. Да потом уже в следующей серии продолжим наше лутание. Все. Всем удачи, ребят.